Пожелав выпускникам удачи на грядущих экзаменах, Александр Михайлов отправился на местное футбольное поле, где в ближайшем будущем развернется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. По пути глава региона решил заглянуть в местную аптеку. Он убедился в том, что цены не завышены, а жизненно необходимые лекарства в наличии. Завершилась рабочая поездка встречи с руководством Рыльского сырозавода. 70% курских сыров производится здесь. Предприятие успешно развивается. С 2013 года число работников увеличилось со 108 до 260, а скоро появятся новые цеха. Запуск где-то через месяц цеха плавленных сыров. Сыры будут плавлены с содержанием творога, такого в стране еще не делает никто. Продукт будет очень качественный. Через 2 недели запуск нового цеха по сгущению сыворотки. Это позволит выпускать 1200 тонн, продавать в месяц, вставлять на Мираторг, цех сушки планируется строить. Успехи рыльского сыродела отметило и государственное информационное агентство ТАСС, сообщившее на днях о перспективах молочного производства. После осмотра предприятия глава региона заехал в местную аптеку, где познакомился с ценами на лекарства первой необходимости и поинтересовался, могут ли посетители измерить свое артериальное давление. Так, пожалуйста, мы никому никогда не отказываем. То есть вы... У нас в наличии имеются аппараты для измерения давления. Пожалуйста, мы присаживаемся, мы созданы все условия и измеряем давление. Последняя точка визита в Рыльский район – площадка, где начнется строительство ФОКа с бассейном по программе сотрудничества с «Газпромом». Стоимость проекта – 350 миллионов рублей.